сегодня мы выбираем с вами костюм. Казалось бы, костюм. Мы отказываемся от костюмов, потому что они неудобны в носке. Но только не наш костюм. Встречайте, это Олеся. Костюм Олеся сегодня — это специальное предложение дня. И, милые дамы, те, кто давно смотрит эфиры Шоппинг-шоу, знают, что специальные предложения всегда пользуются особой популярностью. Не стоит откладывать, чтобы потом уже не жалеть о упущенном размере. Алина, ты только представь себе, что сегодня наши модницы становятся счастливыми обладательницами трикотажного утепленного костюма, который, кстати, никаких лишних сантиметров не придаст вашей роскошной фигуре. Вы сегодня выбираете в костюме. И это, конечно же, укороченный базовый жакет и юбка. Прямая юбка, которая делает образ каждой женщины романтичной. Ты знаешь, я хочу прямо сейчас пригласить наших модниц и посмотреть на эту потрясающую трикотажно-вязаное полотно. Да, хочется насладиться дизайном, потому что, мне кажется, Свет, сейчас каждая женщина, каждая модница увидит что-то свое. Я лично вижу в этом костюме распускающуюся сакуру. Японские мотивы. Обратите внимание, дорогие друзья, вот сейчас по поводу именно ткани мы с вами и поговорим. Итак, трикотажно-вязаное полотно. И если вы постоянно следите за ходом наших модных рубрик, вы узнали, это компания «Заря». Я сейчас хочу несколько слов, Ариш, сказать в пользу нашей компании «Заря». Почему мы сотрудничаем с нашей фабрикой «Заря»? Во-первых, обратите внимание, вот она, изнаночная сторона, и мы видим с вами именно вязаное полотно. Посмотрите на это сочетание нитей: розовые, серебристо-серые, черные и белые. Посмотрите, действительно, Свет, ведь очень важно то, какой материал соприкасается с нашей кожей. Мы находимся в этом целый день. И если вы хотите ощущать комфорт, если вам важно, какие материалы соприкасаются с вашей кожей, то костюм Олеся, наше специальное предложение дня, сможет помочь вам ощутить невероятный комфорт и уют. И главное, что сегодня две вещи вы получаете по одной цене. Знаешь, в чем отличие трикотажно-вязаного полотна? Во-первых, дорогие мои, здесь наши петли соединяются друг с другом и позволяют нашему полотну тянуться, но возвращаться в обратный эффект. Посмотрите, наше полотно не вытягивается и не растягивается. Оно обладает эластичностью. Обратите внимание, дорогие друзья, давайте посмотрим сейчас еще раз, почему мы выбираем трикотажно-вязаное полотно. Да потому что оно идеально садится на вашу фигуру и при этом не сковывает ваших движений. Я приглашаю вас сейчас на подиум, где наша модель Люба демонстрирует свой женственный элегантный силуэт. Посмотрите, и размеры у нас есть от 46 до 58. И посмотрите, Люба у нас носит 52 размер. Света, наша сегодня, наш эксперт, выбирает уже для себя костюм Олеся. И посмотрите, разный типаж, разные женщины. Но как, Свет, подчеркнуто ваша индивидуальность? Кажется, что шито просто по вашим параметрам. Спасибо, Арина. Вы знаете, я хочу сказать, дорогие друзья, я лично сама выбираю для себя оригинальные трикотажные костюмы. Во-первых, это очень стильно. Давайте посмотрим сейчас и на Любу, и на меня. У меня 50 размер, и я выбираю сегодня для себя костюм размер в размер. Обратите внимание, где заканчивается наша прямая юбка. Это моя любимая длина. Она слегка прикрывает колени и делает мои ноги еще более стройными. И получается действительно образ в стиле Шанель. Роскошные женщины, голливудские звезды. Хотите выглядеть так же, чтобы все взоры были прикованы только к вам? Тогда попробуйте, закажите костюм Олеся прямо сейчас в нашем эфире, ведь это специальное предложение дня. А сейчас обратите внимание, дорогие друзья, давайте заглянем в историю моды. Сама Коко Шанель выбрала когда-то костюм и провозгласила его самым любимым элементом женского гардероба. Что туда входит? Укороченный жакет, который сегодня мы предлагаем в нашем костюме Олеся, и удлиненная юбка. А вот они, мировые подиумы, и сегодня все в один голос дизайнеры также провозглашают трикотажное вязаное полотно и мягкую комфортную ткань. Кстати, о ткани. Ты уже сказала, что очень важно, когда женщины чувствуют себя очень комфортно. Так вот, мои дорогие, этот комфорт вам подарит наше вязаное полотно, в состав которого входит шерсть и пан. О качествах шерсти вы уже все знаете, это 100% тепло, ну а пан позволяет, дорогие друзья, сохранить нам яркие цвета.
Свет, а что дает нам этот материал? Как мы будем себя чувствовать, если мы будем находиться в нем целый день? Можно ли в зимнюю погоду носить такой костюм? Я хочу вам сказать о своих ощущениях. Вы знаете, как мне комфортно и тепло, хотя у нас в студии работают кондиционеры. Так вот, мои дорогие, шерсть и пан отвечают, конечно же, за тепло. Если в вашей пряже есть пан, это значит, мягкость ткани вам гарантирована. Это очень важно. И стопроцентная шерсть очень часто вымываются яркие цвета. Именно пан позволяет сохранить такие стойкие и яркие краски. Ну а сейчас давайте посмотрим, как этот костюм будет сидеть на вашей фигуре. Как я уже сказала, особенность трикотажно-вязаного полотна – это его эластичность. Посмотрите, я растягиваю ткань, но она возвращается в свою первозданную красоту. Свет, как здорово! Вот я для себя раньше не выбирала трикотажные вещи, потому что мне казалось, что это бывает покупка на один раз, что после стирки или после носки все это теряет свою форму. Здесь ты уже нам не раз продемонстрировал, как роскошно будет смотреться наше специальное предложение дня – костюм Олеся.